Всем привет! С вами студенческое телевидение Гусь ТВ. Мы рассказываем и показываем новости Гагу и не только. Полетели! В начале сентября проходил веревочный курс для всех первокурсников. Веревочный курс – это активный тренинг, направленный на улучшение навыков взаимодействия. Ведь в процессе выполнения курса создается атмосфера творческого поиска. Прорабатываются возможности принятия нестандартных решений, повышается взаимопомощь и поддержка в коллективе. А ты прошел веревочный курс? Яна, Турсвет уже 51 год! Студенты украшали бивуаки, рисовали стенгазеты, проходили полосу препятствий, участвовали в конкурсе самодеятельности и готовили традиционную походную еду. Надеемся, что первокурсники смогли еще больше сплотиться друг с другом. А репортаж с мероприятия смотрите в нашей группе. Вчера состоялись выборы в Государственную Думу 7-го созыва. Гагу стал одним из пунктов голосования. Надеемся, что все выполнили свой гражданский долг. Пора объявить итоги розыгрыша последних новостей. А победителем стала Елена Подлесная. Не забывай репостить видео и получать подарки от Гусь ТВ. Мерлин, я думаю, они догадываются, кто мы есть. Почему ты так думаешь? Но, Мерлин, уже второй год подряд в Гагу проходит игра «Угадай фильм и песню». И 14 сентября состоялась первая игра сезона, в которой приняло участие 13 команд. Для каждой из которых стояла задача отгадать фильм, саундтрек к нему, мультфильм и сериал. Первое место досталось деревяшкам с ЕГЭ. Думай, как я, тогда смекнёшь. С вами были Джек Воробей. Вообще-то, капитан Джек Воробей. И Мерлин Монро. Смолин Александр и Курганкова Яна. Новости Гагу. До новых встреч! И к тому же, я не выпил ни капли рома. Touch my...